Я муха горюха, а вы кто? Ишь ты, я ваша поползуха. Ой, да поползуха, ох, поползуха. Я была попридуха. Ой, да попридуха, ой, да попридуха. Я кохарь долгоногий. Всем друзьям зелье перестирушка. Кто, кто, кто в дерьму? Кто, кто, кто высоко? Я муха горюха, я муж попузуха, я блуха попридуха, я комар долгоноги, я лягушка-квакушка. Я Широчка, Широшерочка, Широшерочка. Кто, кто, кто в дерьму? Кто, кто, кто высоко? Я муха горюха, я муж попузуха, я блуха попридуха, я комар долгоноги. Лягушка-квакушка, я Широчка-широшерочка, а ты кто? Мышечка, тю-тю-рю-тю-тю-рю-тю-рю-тю-рю, тю-тю-рюшечка. Кто, кто, кто в тюрьму?
кто обладал соком. Я муха-корюха, я больше поползуха, я блоха попридуха, я комар долгоногий, я лягушка-квакушка, я ящерка шерушерочка, да мышечка тетерюшечка. А ты кто? Заюшка из-под пустышка. Кто в терему? Кто во высоком? Я муха-корюха, я вошь-поползуха, я блоха-попридуха, я комар-долгоногий, я лягушка-квакушка, я ящерка-шерушерочка, да мышечка, тетерюшечка, да заюшка из-под пустышка. А ты кто? Я лиса Патрикевна. Кто по терему? Кто по высокам? Я муха-корюха, я вошь-поползуха, я блоха-попридуха, я комар-долгоногий, я лягушка-квакушка, я ящерка-шерушерочка, да мышечка, тетерюшечка, да заюшка из-под пустышка. Я лиса Патрикевна, а ты кто? Я волчище, серое хвостище. Хвостище, лиса Патрикевна, заюшка из-под кустышка, лягушка, квакушка, мышечка, тетерюшечка, ящерка, шерушерочка, комар долгоногий, блоха попридуха, вошь поползуха, муха горюха. Я медведь тяп-ляпыш, всех вас подгнётыш. Дым-би-ду-д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 
Кто это? Кто в дерьму? Да кто это? Кто высоко? Я муха-горюха, а вы кто? Я ваша поползуха. Ой, да поползуха, ох, поползуха. Я блоха-попридуха. Ой, да попридуха, ох, попридуха. А я комар долгоногий. Жил когда-то в наших краях один нахальный лис. И вот собрался как-то этот самый лис курятинкой полакомиться. Маша! Где? Ай! Зыц! О! Тоточки! Ты чё? Держи! Дрозд, ты шо это делаешь? Как это шо? Гнездо строй. А я вот хвостом как махну, дерево срублю и твое гнездо того разрушу, если ты меня из этой ямы не вытащишь. Ой, не надо, а сейчас. Делаешь? Как это шо? Гнездо строю. А зачем? Жениться хочу. Да? А я хвостом как махну, дерево срублю, гнездо разрушу, а твою дроздиху из меня съем, если ты меня сейчас не накормишь. Ой, не надо, я быстренько, подожди. Идем со мной. О, птичка покалеченная, отнесу-ка я тебя, родная, на рынок. Может, кто и купит детям на забавку. Ой, беда! Что ж, я не успею, а то хоть понадкосываю. Брысь, бисова душа! О, тварь!
Карюка, щоб тебе пусто було, ну щоб тебе підняло і гептуло об землю, твар ти така. Ой, ей, здравствуй, що робимо? Шо-шо, гніздо строю. О, а зачем? Як зачем? Жениться хочу. А зачем тебе жениться, а? Мені дроздиха яїць нанесет. Яиц, говоришь? А я хвостом как махну. Дерево срублю, гнездо разрушу. Все ваши яйца в дребезги разобью, а твою дроздиху слопаю, если ты меня сейчас не напоишь. Ну что же. Идем со мной. Еще. Чё? Чё делаешь? Гнездо строю. Жениться хочу. Дроздиха мне яиц нанесет. Из них птенцы вылупятся. Птенцы? Да если ты меня сейчас не рассмешишь как следует, я хвостом как махну, дерево срублю, а твое гнездо и твоих птенцов, и твою дроздиху, и твое дерево, и вообще все сожру. Вот. Ладно уж. Идем. Тю, вот я тебе. Ой, да ты что, сдурел? Да птица вот. Да где? Вот сейчас я ее. Ой. Ты что, руку на батька? О, вот птица-то. Вот я ее. А? Вот я ее. Вот я ее. Ай, да вы что, батя? Не, да ты шо? Ты че, голубачу, ты моя голова? Да тю на вас! Да я сам на тебя тю! О, опять чертова птица на голове у вас! Сейчас! Дурень, вот же она! Вот я... Ай! Да вы шо, батя? Я не могу, это ему, а тот ему как даст поддых. Эй, дрозд. Опять. Вот ты меня из ямы это вытащил? Вытащил. И накормил? Накормил. И напоил? Напоил. И рассмешил? Рассмешил. А вот теперь напугай меня, а не то я... Да знаю, знаю, знаю. Никуда не уходи. Так это не страшно же? Сейчас, сейчас. О! Ох, я. Страшно. 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 Страшно.
Ой, страшно. Ой-ой, вот это страшно. Достроил-таки Дрозд свое гнездо, женился. У них с Дроздихой 5 птенцов. Они все живы, здоровы и уже научились летать. А вот лис так и живет на том дереве. Кормится насекомыми. В общем-то, уже и попривык. Вот только птиц боится. Очень. И все грибники удивляются. Да чего же крупные белки водятся в наших лесах? Ай! Где? В одной деревне, а может быть в городе, да нет, в деревне. Ну хорошо, на окраине города жил Хабиб или Хашим. Хаким. Меня зовут Хаким, а мою жену Фатыма. А еще в тех местах проживали 3 бездельника богатых. Забот у них было немного. Только и знали, что чай пить. Вот ведь как бывает. Что делать будем? Хорошо, газе хорошо. Уважаемые, подождите. Ассаляму алейкум. Вакалейкум ассалям. Здравствуйте, почтенные. Понимаете, дом тут сгорел. Дом? Да. Ай-яй-яй. Чей? Мой. Ай-яй-яй. Большой? Большой. Ай-яй-яй-яй. Сгорел? Сгорел. Ай-яй-яй-яй. Весь? Ну да. Ай-яй-яй. Ну и что? Помогите, чем можете. А чем можем? Ну, дайте мне, пожалуйста, зерна в долг, зиму пережить. Зерна? Зерна? Что же я буду делать с одним зернышком? А ты посади его в землю. И не забудь полить. Вырастет колосок, и у тебя будет уже целых 10 зернышек. Потом посади их в землю. Не забудь полить. И у тебя вырастет много колосков. И у тебя будет много зерна. Через 150 лет ты будешь сказочно богат. Ага. Благодарю вас за щедрый дар. Но-но, не жадничай. Хаким, а что теперь? О! Что же нам теперь делать? Знаешь что? Сшей-ка-то мне костюм зайца. Костюм? Зайца? Угу. Тебе? Да. Уж не тронулся ли разум мой Хаки от горя? Да вроде не похоже. Женщина, ты меня слушай. К вечеру нужен костюм зайца. Большой.
Ой! Фатима, приготовка на обед плов. Из зайчатины? Да нет, не из зайчатины, а еще беречи и чай. Эй, с вареньем? А может, с медом? Да-да-да, с медом. А когда гости придут? Какие сейчас гости? Все-таки тронулся. Да подожди, ты дальше слушай. Одолжи все, что нужно, и приготовь обед. А как гости явятся, ты скажи. Что же вы так замешкались? Наш слуга давно уж прибежал и приказ твой передал. Наш слуга? Какой еще слуга? Эй, вот этот. Сидеть. А как гости за стол сядут, иди за эту дверь и играй на гармошке. Ну, что теперь скажешь? Да уж, бедный Хаким. Это сейчас бедный, а завтра буду богатым. А как громыхнет, бросай гармошку и беги. О! О, благороднейшие и высокочтимые, позвольте отблагодарить вас за вашу доброту и пригласить вас ко мне на обед. Окажите мне эту великую честь. Ой, что за наряд! Теперь так в Париже ходят все знатные татары. И не пугайте моего слугу, не любит он шума. Слугу? А вы что, не знаете, что теперь модно иметь слуг зайца? Да ну! Знаете, какие они быстрые! Зайцы-то! Да! И не болтают лишнего. Ух ты! И мясо не едят. Так вот, мой верный слуга, посмеши и передай моей жене, пусть приготовит на обед плов, беляши и чай. Чай с медом? Да, чай с медом. Вот и нет слуги, попрощайся с ним. Зачем прощаться? Что ж вы так задержались, гости дорогие? Давно вас жду. А как ты узнала, что мы придем? Наш слуга прибежал и приказ передал. Ты смотри! Все как приказано. И плов, и беляши, и чай с медом. Ничего не забыл. А где слуга-то? Отдыхает. На гармошке играет музыкант. Да ну! Покажи мне его. И мне. И мне. Невозможно. Заяц зверь нежный, чуть шорох услышит, бросит гармошку. Ни за что потом играть не будет. Ну покажи. Покажи. Дай посмотреть-то. Хорошо, только тихо. Хочу! И я хочу! Нет, я! И я тоже! Нет, зайца мне! Зайца и костюм! Один им! Забирай мою лошадь! Забирай мой самовар! И мешок зерна! А! Мешок золота! Бери все! Ну, хорошо! А как же костюм? Поделим! Чур уши мне! Хвост тебе, а не уши! Давай мне! Не наступай на ноги, ой, хмабастак! Ты не то одеваешь! Эй, ребята, вы там скоро? Отойди немножко. А, заяц! Теперь ты мой слуга! Приглашаю вас на пир! Эй, заяц, беги ко мне домой и скажи моей жене, чтобы приготовила ужин! Да смотри у меня! Не то попадет тебе! Ха-ха-ха!
чечек, мы пришли. Ну? Что ну? Ужин готов? Мы пришли. Какой ужин? Откуда же мне знать, что вы придете? А слуга что, не предупредил? Какой слуга? Заяц слуга! Заяц! Он в своем уме? Да кто его знает? Какой заяц? Да наш новый слуга! Он смеется надо мной. Ах! Заяц домой не пришел, приказа не передал, и сам неизвестно где. Ты обманул меня? Нет, ты сам себя обманул. Как это сам? Откуда зайцу знать, где твой дом? Вспомни, ты приказ отдал, а где живешь, не сказал. Верно, не сказал. Не сказал. И еще, заяц зверь очень нежный, а ты благороднейший. Стал трясти его и орать. Ай-я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 й. Хаким, кушать айда? Какой же ты, Хаким, молодец! Да уж. О! Не трогай! Вот тебе! Мало еще, мало! Не забывай, хозяин! Вот тебе! Эх, Индиго, нельзя быть таким трусишкой. Ой! Брата моего, Саландигу. Иди на большую гору и спроси у орла. Он выше всех летает, и только он знает, где найти твоего брата. Пожаловал, маленький охотник. Все ты видишь, все ты знаешь, орел. Не поможешь ли найти мне брата моего, Саландигу? Вижу в тебе сердце зайца. Потерял ты брата из-за трусости своей. Непросто теперь тебе будет его отыскать. Дам я тебе свое перо, покажет оно тебе дорогу к брату. Много страха придется тебе испытать, и найдешь ты брата только тогда, когда будет у тебя сердце храбреца. Оп.
Невелика сила живое тело в камень превратить. А можешь ты из камня живое тело сделать? Да проще простого. Моя сила, что хочу, могу сделать. Велика твоя сила, да я маленький. А можешь ты себя, большого, в камень обратить? Хороший вопрос, надо над ним подумать. Ну нет, так скучно идти. А ты еще кто? Потом узнаешь, а пока иди за мной. Ой! Нет, но если ты хочешь всю дорогу молчать, я могу обратно превратиться в перо. Не-не-не, с тобой веселее. И мне так страшно. Придумай что-нибудь. Эй, Бока! Говорят, ты прыгаешь выше всех. Да только на одной ноге. Разве прыгнешь высоко? Врут, наверное. Врут. Ну, посмотри сам. Сейчас прыгну, а потом тебя съем. Беги! Скажи, Индиго, а ты как брата потерял? Да, тигра одного испугался. Всего одного? Одного. Вот такого большого. Ой! В одиночку столько тигров тебе не победить. Да, значит, надо их напугать. Хорошо, что
что тигры огня боятся. А ты огня не боишься? Нет, не боюсь. Я же не тигр. Ну, если не боишься, тогда вперед. И постарайся ничего не говорить. Слушай, а почему ты про огонь спросила? Вроде хорошо плывем, нет никакого огня. Не было, так сейчас будет. Это огненная река, и она тебя услышала. Улетай, спасайся! Ну уж нет. Улетай, кому говорю? Это мое испытание. Индига! Индига, мой храбрый брат! Берегись, Саламдига! На этот раз, тигр, я тебя не испугаюсь! Не трожь моего брата! А где тигр? Не тигр это был, а красавица из тигриного рода. Понравился мне твой брат. Вот и утащила я его. Так уж у нас тигриных людей заведено. А ты, Индиго, молодец. Теперь у тебя сердце храбреца. Не только сердце храбреца. А ты еще кто? Ты же дятел. Я не дятел, я невеста храбреца. Невеста, ну и чудеса. А вот так чудеса творит твоя храбрость. У подножия Алтайских гор на маленьком-маленьком островке посреди Голубого озера жила одна лягушка. В отличие от своих соседей, готовить лягушка не умела. Да и не хотела. А была она гораздо на всякие хитрости. Вот и сейчас придумала, как позавтракать. «Цапля летит! Цапля летит!» – закричала лягушка. И... После такого сытного завтрака самое время подремать. А нет.
Соседские лягушата расквакались. Эй вы, мелюзга! Глядите, луна на небе солнце затмевает. Однажды погналась лягушка за кузнечиком с кочки на кочку и оказалась в лесу. А день уже к вечеру клонится, решила лягушка у муравьев заночевать. Ква! Ква! Хорошо в муравейнике. Сухо, тепло. Но не мешало бы перекусить. Кбэ! 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 Подумала лягушка. Солнце высоко, а я еще не завтракала.
пора домой. К нам. Заходите, буду рада. Проквакала лягушка и ускакала на свой островок. Не ожидала лягушка, что муравьи до островка добраться смогут. Хоть им. Глаза от изумления выпучила. Я сейчас в кладовку посмотрю. В воду болтых и спряталась на дне. Ждали, ждали муравьи. Ужинать пора. Лягушки все нет. Накормить нас обещала. Хотим, 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 хотим. Кто? Соседка ваша. Брось, не бывать такому сроду. Нет запасов у нее. Возвращайтесь-ка скорее вы домой, пока светло. Ой, бабунь. Затянули муравьи пояски потуже и побрели в свой муравейник. Так с тех пор с завязанными поясками и трудятся. Обманщица-лягушка навсегда осталась пучеглазой. Усё, ведь померзла. Иди до штани. Чу, а де ж кофта? З утра ж тут була. Мяу. Мяу.
Где? Пироги с чем делать? Что, снова с яблоком? Что? С рыбой, пироги с рыбой. Вот сами рыбу и ловить. Куди це наша баба поїхала? Ой, вераба, вераба, де ти заросла? Ай, я молода, я як я года. От я старий пень, удочку-то я дома забув. О, Вася, о, спасибо так спасибо, а то я без удочки, ты сам знаешь. Нет. На что сегодня ловим? Як на что? На муху. Не, мух я не ем. Ты ж знаешь, я сало люблю. Сало. О. Ну ладно, бывай здоров. О, а вот маленькая. Только ту Ваське. Много дед рыбы наловил. Это ж готовый воротник. От бабе радость-то, а? О, жінка, я и рыбы наловил, и подарочок тобі принес. Воротник из селой натуральной доклой лисинцы. А де ж воротник? Где лиса? Та й рыбы нема. От старий пень, де ж воно все? Здорова була, лисичко-сестричко. Ты это что делаешь? Не видишь? Рыбу ем. А мне не дашь? Тебе? О, а где ты эту кохту взял? Где взял? А вот где ты рыбу взяла? Зимой, я извиняюсь. Где взяла? Сама наловила. Хвостом. Хвостом? А ты это меня научила бы рыбку хвостом вот так вот, а? Тебя? Проще простого. Подходишь к проруби, опускаешь туда свой хвост, ну и приговариваешь: ловись, рыбка большая и маленькая, ловись, рыбка большая и маленькая. И все дела. О как! Слова только не забыть, а? Ловись, рыбка, извиняюсь, большая и маленькая. Надо бы слова записать, а то забуду. Ловись, рыбка большая и маленькая. А слушай, а зачем нам маленькая? Нам и побольше, и очень большая. О, записал. Рыбу, Вовчик! Да цик, не шуми. Всю рыбу распугаешь. А на что ловим? Ну, не видишь на что? На хвост. На хвост? Не, хвост я не ем. Я сало люблю, сало. Вот дурный. Так бы у меня это сало было, я бы тут что, сидел? Думать надо этим, не, извиняюсь, а головой. Ну тогда бывай здоров. Ловись, рыбка большая, очень. Мерзни, волчий хвост. Мерзни, волчий хвост. Да ты, лиса, это что там бубнишь, а? Да, это я тебе всю рыбу на хвост нагоняю, всю по всей речке. А, да, точно, вот уже сколько рыбы нацеплялось. Mm-hmm.
готовим? На коромысло? Ну это вообще! Ну, пока тут все, я вижу, заняты. Надо бы в село наведаться. Вот я какая гадость. Ну шо, бедолага, досталось тебе? Да так досталось, что хвоста не осталось. Был хвост и нема, сплыл. И да, без хвоста совсем это... Что ты охаешь-то? А ты ж твоя рыба? Нет, так нет. О! Что, опять на муху? Я ж про сало говорил! Какая рыба сорвалась! Ну! Не расползаться! Боец! Без хвоста! Единый, что без хвоста! Лиса! Ты меня как научила рыбу ловить? Чтоб я без хвоста остался? Совсем! Да еще меня эти бабы коромыслом обдубасили! Больно же! Это тебе больно? Это мне больно? Глянь, меня так всю исколотили, что все мозги на улицу выскочили. Ой-ой-ой. И чем же я теперь думать-то буду? Мозги? На улицу? И что, больно? Ой, как больно. Вот бедолага. Ладно, садись на меня, а я уж тебя повезу. Ты это, Лиса, что там бубни? Это я раны твои заговариваю, чтобы не так болели. Ну-ну, заговаривай. На том и спасибо. Битый не битого везет. Эй, а куда это ты меня везешь? В деревню везу, ясно дело. Там тебя это лечить будут. Да не надо меня в деревню. Я теперь уже себя лучше чувствую. Потерпи, Лиса. У меня в деревне дед знакомый есть. Уж он-то тебя вылечит. Да не надо меня лечить. Мне уже совсем хорошо. Еще лучше, чем раньше было. Это тебе сейчас хорошо, а потом опять вдруг хуже станет. Вот тебе жена и целый воротник, и лисица, и сестрица. Вот оно, счастье. Хватай, хватай рыбу. Держи ее, хватай ее. Заворотник ее. Ой, несчастная я! О, оце настоящее сало! Помню... Я в прошлую зиму наловив тут целую корзину раков. Ну ви ж самі знаєте, раки тут зимують. А я помню 2 зими тому назад. О, какую рибу спіймав. Какую? О, какую! Да ти що? Не може бути. Да чесне слово. Да щоб у мене ноги отсохли. На муху? Да які є булки? На сало. Да ти що? Не може бути. Да честное слово, помню,